Лазерное шоу и фейерверк в честь Дня освобождения Запорожья дарит запорожцам предприятие «Моторсич». Праздник состоится 17 октября в парке имени Климова, начало в 10 часов. Перед запорожцами и гостями города выступят творческие коллективы ДК «Шевченко», будет работать полевая кухня, с 12 развлекательная программа для детей, в 16 часов концерт симфонического оркестра под управлением Вячеслава Реди, а в 18 выступит ансамбль «Лейся песня». Завершится праздник лазерным шоу и фейерверком. Прямую трансляцию финала праздника смотрите на телеканале «Алекс» в субботу, 17 октября.